Поел шашлык на природе, заплатил штраф 5000 рублей. Юридические лица за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и вовсе заплатят 250 000. С конца апреля в республике пожароопасный сезон. А небывало теплый и даже местами жаркий май заставляет особо попотеть огнеборцев. В городах и районах Коми усилено патрулирование мест массового отдыха в лесах. Тем не менее, люди все чаще выбираются за город на пикники, жгут костры и жарят шашлыки. Далеко не все они должным образом прибирают за собой. И такие посиделки могут обернуться сильным пожаром. Жаркая погода только усугубит ситуацию. К слову, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности также влечет наложение штрафа. Обычным гражданам придется заплатить до 4000 рублей. А вот уничтожение или повреждение лесных насаждений влечет уже уголовную ответственность.